Москвичи стали жертвами афериста при покупке путевок для детей на базу отдыха в Анапе. Экс-администратор спортивной базы отдыха, получив 880 тысяч рублей в качестве предоплаты за бронь, похитил деньги и оставил 90 детей-спортсменов из Москвы без места для проживания. Как сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю, 36-летний приезжий задержан по месту его временного проживания в городе-курорте. Установлено, что мужчина ранее работал администратором на спортивной базе отдыха и после увольнения продолжил принимать заказы от клиентов. В течение нескольких месяцев потерпевшие перечислили ему 880 тысяч рублей в качестве предоплаты за бронирование 90 мест для проживания 5 группам детей, спортсменов и их тренерам из Московской области. Обманным путем заплатил деньгами. Предоплату. Деньги злоумышленник потратил. Обман раскрылся после приезда на спортивную базу первой группы отдыхающих. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Мужчине грозит до 6 лет колонии. А я напоминаю, что партнер выпуска «Фермерский двор». Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской 104.